Подарков много не бывает, потому к празднованию Дня города и района в Славянске на Кубани появились новые объекты благоустройства. Специально к приближающимся праздникам около озера в Северном парке установили новый элемент благоустройства – модель корабля. Его высота составляет почти 2 метра. Конструкция выполнена из дерева. Арт-объект установлен на постамент из декоративного камня. Мастер постарался максимально приблизить детали корабля к оригиналу. Теперь одно из любимых мест для прогулок в Славянске на Кубани стало еще привлекательнее. А в Аллее Любви, которая расположена в районе ЗАГСа, к празднику был установлен и запущен новый фонтан. Он выполнен в природном стиле. Струи направлены вверх прямо из декоративного камня. А вокруг нового фонтана установлены лавочки для удобства отдыхающих.